Приветствую вас. И первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что по форме ваш вопрос похож на соответствующее обращение к эзотерикам. То есть эзотерика отвечает на вопросы как, когда и так далее. Для психологов вы забрали слишком мало информации и написали слишком недостаточно о себе, и с точки зрения психологии ответить на ваш вопрос можно лишь только в самом общем виде. А именно, работу вы строитесь тогда, когда, во-первых, поймете, чем вы хотите заниматься, где у вас есть наиболее развитые способности, к чему у вас есть склонность, что вам нравится, что вас интересует и так далее. И тогда, когда будут убраны все возможные препятствия для этого. То есть, это может быть неуверенность в себе, это может быть сомнением в своих возможностях, это может быть какой-то страх и другие препятствия. Вот когда все эти препятствия будут у вас устранены, и когда вы поймете четко, что вы хотите делать, чем вы хотите заниматься, вот тогда и вы устроитесь на работу. В одномерном порядке хотел бы вам напомнить, что данный раздел является психологическим, и если вы ошиблись и по ошибке опубликовали свой вопрос в разделе психологии, то задайте его еще раз в эзотерическом разделе. Там вам ответят именно по существу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.